полузащитник Барселоны Иван Ракитич поделился мыслями о решении главного тренера Реала покинуть клуб, а также прокомментировал слухи об уходе из стана сливочных нападающего Криштиану Роналду. «Сначала уход Зидана меня не удивил. Но он выбрал для этого нужный момент, и за это перед ним стоит снять шляпу. Уровень, на который он вывел Реал, минус очень высокий и впечатляющий, немногие смогли бы добиться таких результатов. Что касается Роналду, мне трудно поверить в возможность его ухода. Но в футболе все меняется быстро, и, если он уйдет, не буду врать, я буду счастлив», цитирует Ракитича Марча. Реал готов продать Роналду за 200 миллионов.